Всем привет, ребят! Мы играем сегодня в джетпаки. И вам нравится рубрика, когда я играю в джетпаки, поэтому я буду снимать про джетпаки. Но не всегда буду снимать про джетпаки. Я еще про другие игры буду снимать. Вот видите, у меня уже новые скинсы есть. У меня новый скин, смотрите. Вот. Я добавил Роблок себе на голову. Вот лягушечка у меня. И вот лягушка еще на кофте моей крутой. Лягушка эта стоила 50 робуксов. Вот эта лягушка стоила, которая на кофте стоила 2 робукса. А с Роблоксом у меня там, которая на голове, это стоило у меня бесплатно, это не стоило. У меня осталось 28 робуксов. Так что все хорошо у меня. Могу кому-то в плиз донат задонатить, но нафига мне это делать? Я не хочу это делать. Мне не надо тратить робуксы на других. Зачем это делать? Ну, некоторые люди добрые, я тоже добрый, но я не хочу давать свои робуксы другим людям. Вы же понимаете? Я кому-то уже донатил 2 робукса, но это мало очень. Мы продолжаем играть в наши любимые джетпаки. У меня уже вот такой этаж и столько денег. Это мало. Соглашусь. Мало. Около 9 миллиардов. Он мог купить себе самый крутой джетпак, но у него 73 уровень джетпака, к сожалению. Если вы не знаете, сколько стоит последний уровень джетпака, то посмотрите мое предпоследнее видео. Там объяснят, сколько стоит этот последний джетпак. Но мы дальше продолжаем играть. Сейчас вот так поставлю. И дальше играем в джетпаки наши любимые. Интересно, нас уже кто-то из наших встретил, кто... Ну, у меня нет чужих подписчиков. У меня есть друзья, подписчики, родственники. У меня нет чужих подписчиков, как будто бы. Ну, нету подписчиков чужих. Сейчас, секунду. Я так всегда делаю. Я пишу всегда в чате, кто хочет быть моим другом, пиши я. И, короче, кто должен написать я на серваке. Но у меня часто вообще не пишут. Мне обидно. Реально. Все, наверное, не будет таких моментов, где я получу 4 миллиарда. О, человек согласился. Давайте его поскорее примем, друзья. У него тоже такая же штука. Давайте его. Все, он мой друг. Все, ребята, мы их пригласили. Это круто, согласитесь. Ребята, скорее всего, сейчас будет крутой момент. Так что, ребят, смотрите. Можете обои перезайти в игру? Я хочу кучу денег. И вы получите кучу денег. Сейчас, наверное, будет такой момент. И мы купим этажи, и будет 1100 этаж, если кто-то из наших друзей вот этих перезайдет в игру. Ребят, смотрите. Вот. Я не могу его принять. Жаль. Смотрите. Я уже вот этого принял, друзья. Давайте этого примем, друзья. Все. Он мой друг. Все, ребят. Ребят, отлично. Сейчас. Секунду. Спросим у них что-то. Я хочу спросить у них.
Можете перезайти в игру? Я хочу кучу денег на мой сервер. И вы получите кучу денег. Все, ребят, я написал в чате. У меня два друга появилось сразу. Я считаю, это круто. Надеюсь, они напишут, надеюсь. Они выйдут, перезайдут. Они что-то не слушаются, ребята. Но они бы реально бы послушались вот, меня. Но они что-то не перезаходят в игру, это странно. Реально странно. Они не перезаходят в игру. Реально. Они что? Почему они не перезаходят в игру? У меня вопрос. Они что ли не умеют читать? Хотя они могут и уметь читать. Но они не перезаходят. О! Сейчас. Ребят. Перезайди в игру. Я хочу кучу денег. Сейчас, секунду. Перезайди в игру, я хочу кучу денег. Молодец! Она не перезашла в игру. Ладно, ребят. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я думаю, вам понравился ролик. Всем пока!